давайте хотя бы на время освободимся от цепей причинно-следственных закономерностей, продемонстрируем самые простейшие возможности экстрасенсорики, вытащим не глядя трижды из трех разных колод одну и ту же карту. Карты определились, теперь попробуем найти в трех колодах эту даму. Снова ищем даму. А сейчас любезно забронируем для дамы место в колоде. Вот где надо искать даму. Прямо дамский клуб сердечный. Спасибо за внимание и долготерпение.